Ну-ка, 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 ну-ка. Моисей ревнует Димона. Вопрос гости. Как ты относишься к известному японскому гитаристу Ясу Субиму? Да, она не знает, наверное. К японскому гитаристу, кстати. Но она не Вот, зацени, прочитала! пожалуйста, Волока Супрома записывал Нихера! https://www. Клево, заценим, да, спасибо. В принципе, к японскому... Блять, ну что за хуйня? Японскому... Блин, Димон по... Как так? Димон повелся на эту хуйню? А гостья не повелась. Димон должен был кекать вместе с чатом. Как так вообще? К творчеству я отношусь отлично. Просто я обожаю японское творчество, я обожаю... Обожает она гитариста-виртуоза. Обожаю их песни, потому что у них очень мелодично все. Димон что-то не кекает. По крайней мере, если... Может быть, я не знаю просто многого чего. Блин, он реально не так, понял ребят, прикола, что это. Я, конечно, извиняюсь, но мы пытаемся... Извините, да, мы тут, правда. Блядь. Да, мы пытаемся проспеть его. То, что нам кинули донат, мы... Короче, она не... Ну и все. Как так-то, блядь? Я опечален. Чё там? Какие-то сердца, какие-то дела. Ну все, получается, что, как говорится, не развели, мадмуазель.